Сейчас я вам покажу, какие люди свиньи. Как люди живут на островах и сами себе тут устраивают говносрач. Вот, куда ни глянь, во все стороны одни сплошные бутылки. Стеклянные, пластиковые, вот тут газовые баллоны. Короче, это адовая жесть. Ну и, понятное дело, все в ямах, в туалетах. Все абсолютно засрано. То есть вот еще тут куча целых бутылок. Вот два туалета. Вон раз, вон два. Здесь опять вон какие-то тут ящики валяются. Я не понимаю, кто это делает. Вот, потому что все говорят, что все за собой убирают. Ну, пока мы-то точно убираем, все бутылки с того возим. Но если уж совсем там некуда вывести, то сжигаем. А здесь это просто какой-то кошмар. И так выглядят абсолютно все острова вокруг города. Да и в районе 100 километрах, наверное, тоже все засрано. И, к сожалению, половодье до сюда не добирается, чтобы все это вымыть. Все это лежит годами здесь. И никто ничего тут никогда не убирает. Да это нереально. Тут даже задать целью хотя бы локально почистить. Это ужас. Стекло бросать — это вообще просто запредельное свинство. Вот такой вот свиносрач. Будьте, друзья, бережливы к природе. Это мать ваша.